А вот этим людям осуществить свои мечты было еще сложнее, чем полететь в космос. Это паралимпийские чемпионы. И победы они одерживают в первую очередь, конечно же, над собой. Материал нашего специального корреспондента Анны Деркач. Ярким солнцем, пирогами и пенным пивом встретила Осетия своего героя. Из Токио Альберт Хинчагов привез золото в толкании ядра. Весь мир убедился в недюжинной силе горячего осетинского парня. Его снаряд улетел дальше соперников на целый метр. Буду работать дальше над собой. Расти, есть к чему расти. Будем расти и реализовывать свои... Конец 96-го. В семье Хинчаговых радость. Первенец 4800. Настоящий богатырь. После медицинского осмотра родительское счастье испарилось. Малыш не двигал одной рукой. И зашла врач, которая нас наблюдала, и она мне говорит: «Эльза, что опять у тебя случилось? Чего ты плачешь?» Я говорю: «Ну, естественно, рука свисает, и все». Она мне говорит: «Ну, поносишь его на массаже, заработает. Ну, не так будет рука, как та, ну, начнет работать». В школе Альберт увлекся спортом, не хотел чувствовать себя инвалидом. К тому же он единственный мужчина в семье. Отец ушел слишком рано. Больше всех Альберту нравилась вольная борьба. Даже стал вторым в республике среди юниоров. Но со временем не замечать болезнь было все сложнее. Родовая травма напоминала о себе. Все детство как-то стеснялся, что у меня инвалидность. А это в то же время и возможность как-то найти себя за счет, ну, своей инвалидности. Есть же там эти виды спорта. Ну, скорее всего, да, я бы в любом случае в этот спорт пошел, где паралимпийцы. Это, можно сказать, толкание ядра, ну, показало мне, что такое жизнь. Я повидал много стран. Если он сказал, что это он сделает и добьется, он это сделает и добьется. Гордость за сына. Я знаю, что это же жизнь, если меня не будет. Я знаю, что он сестру свою никогда не оставит и никогда в обиду никому не даст. Вот это самое главное в жизни. У этого спортсмена один из самых тяжелых чемоданов. Из Токио белорус Игорь Бокий привез 3 килограмма чистого золота, 5 медалей высшей пробы и 2 обновленных рекорда в копилку к 10 имеющимся. Получилось установить новые рекорды, как 200 комплексным плаванием, как бы 8 лет я пытался что-то там изменить, но всегда около рядом было, тут почти на целую секунду побил. В свои 27 он уже легенда, белорусский Фелпс, непобедимый пловец. Паралимпиада в Токио третья по счету и самое сложное за всю жизнь. Постоянное ношение маски, это особенно, когда ты в бассейне готовишься к старту, когда одеваешь там шапочку с очками, очки сверху потеют, как бы, ну, приходилось все это терпеть. История этого паралимпийца началась 15 лет назад, когда закончился его спортивный путь как здорового спортсмена. В 7 классе перспективного пловца, кандидата в мастера спорта, пригласили в Минское училище Олимпийского резерва. Но после проверки зрения в его карьере поставили жирную точку. Пришло время определиться. Мы предложили ему перейти и попробовать в паралимпийском плавании. Это уникальный, талантливый пловец, уникальный как человек, как личность, которая обладает очень сильным бойцовским характером. В Париже готовимся. Всего 3 года осталось. Так что, надеюсь, буду там выступать и смогу порадовать чем-то. Когда действительно люди говорят, что ты уже все, тебе пора уже заканчивать, пора уже тебя списывать, а ты действительно берешь и доказываешь, и выигрываешь. Надежде Пушпышевой 61. Она одна из самых возрастных спортсменов мира и самая старшая в российской команде. Настольный теннис играет 40 лет, с тех пор, как оказалась в инвалидном кресле. 12 лет меня на катке просто сбили. И получилось так, что я пролежала неизвестно сколько на снегу. Мне стало 20 лет, у меня отнялись ноги после этого. Врачи сказали, что нужно было раньше обратиться, а сейчас мы сделали все, что могли. На столе в ее комнате самые ценные сокровища. 2 коробки, доверху набитые медалями. В мире у теннисистки из Удмуртии не так много конкурентов. А секрет спортивного превосходства невероятно прост. Сама жизнь спортсменки – сплошное преодоление. Больше я не могу.
могу заехать, уже все, как говорится. Она, во-первых, и узкая, и все, мне приходилось ставить табуретку. Мама стояла в ванной и там держала ее, чтобы мне пересесть, я держалась за нее. Потом мы там, это, в общем, мы как-то немножко приспособились. Всю жизнь мама для Надежды была главной опорой и поддержкой. Когда спортсменка улетела в Токио, ее не стало. Но спортсменка на жизнь не жалуется. У каждого своя судьба. Оказалось, и в инвалидном кресле можно путешествовать, заниматься любимым делом и даже побеждать. Для тех, кто только начинает путь в большом спорте, Надежда – живое доказательство. Ограниченные возможности только у нас в голове. Спасибо большое! Что ты хотел добиться, ты должен добиваться. Независимо от того, что ты сидишь в коляске, с палочкой ходишь, на костылях или просто здоровый, или, как говорит, все равно ты должен делать то, что ты хотел сделать. Любой все равно спортсмен считает, что должен попасть на Олимпиаду. В этот раз я еще больше осуществила мечту, что я получила медаль. Это тоже дорогого стоит. Анна Деркач, Ольга Соловьева, Ольга Баранова, Станислав Кантемиров, Инна Епинина. Программа «Вместе».